Ну а Хетафе, в частности, Валера, никуда не спешат. И не спешит он сам. Скидка от Лафиты. Даже мяча он не коснулся. Выход 1 на 1. Можно сыграть на партнера. Удар. Мане бьет гол. И вот Мане поднялся и забил. Пожалуйста. Да, успел за этой атакой. Быстрая атака. И посмотрите, реакция Луиса Гарсия Пласы. Он ликует, его команда одерживает победу. Здесь уже никаких сомнений быть не может. Вот так под занавес этой встречи Хименес Мане забивает второй мяч Хетафе. И Хетафе... Хетафе матч выигрывает. Речка, да. Да, болельщики Испаньола дружно уже теперь, не отдельные представители, а все практически начинают покидать поле. Вот здесь, смотри, Диего Кастро отыграл защитника и сделал передачу. Вот мы видели несколько эпизодов с участием Лафиты, когда не с кем было ему сыграть штрафную. Здесь Мане подключился, сразу возник вариант. И этот вариант Диего Кастро был использован. Победа заслуженная. Хетафе абсолютно реализовал по делу, план на игру полностью.